Глава Красноярска Эдхам Акбулатов, как и обещал, встретился с парнем, который на прошлой неделе стал героем социальных сетей. Напомню, этот красноярец не позволил намусорить на дороге пассажиру впереди едущего автомобиля. Тот выставил из окна бутылку прямо на асфальт, но молодой человек вышел из своей машины, поднял стеклотару и вернул ее в салон. Видео набрало более сотни тысяч просмотров и множество одобрительных комментариев. Посмотрел этот ролик и глава Красноярска. Он в эфире нашего телеканала сказал, что хочет встретиться с парнем, чтобы пожать ему руку. Мы его разыскали, и накануне вечером встреча состоялась. Глава города сказал, что такой поступок неравнодушного красноярца достоин уважения и подражания. Но после беседы мэр вручил ему благодарственное письмо. Хочу вручить. Пожелать удачи, благополучия тебе, твоим близким, чтобы все у тебя в жизни получалось, чтобы... В общем, этот поступок, он лишь свидетельствовал о том, что ты человек с активной гражданской позицией. Значит, у тебя будет успех. Спасибо большое.